Всем привет! Представьте прямо сейчас, что ваш висок встречается с лезвием конька. Очевидно, что дыра в виске не сулит ничего интересного. И действительно, что приятного в поврежденном мозге, инвалидном кресле и потере речи? Но только не для героини этого видеоролика. Трагедия в виде дыры в виске стала для нее путем к освобождению из самого настоящего рабства и прямой дорогой к олимпийскому золоту. Давайте ближе к делу. Хватайте печеньки да булочки и айда смотреть. В 1977 году в небольшом городе Невинномысск родилась девочка Лена. Ни по нормам маленький худой младенец с рождения не дотягивал по всем стандартам. Родители твердо решили, что ребенку просто необходимо заниматься хоть каким-нибудь спортом. Но тренеры спортивных секций так не думали. За маленькую болезненную Лену не желал браться ни один тренер в городе. Но настойчивым родителям удалось пристроить девочку в фигурное катание. Легкая и невероятно гибкая, идеально для фигуристки. Да к тому же случилась большая удача. Каким-то счастливым ветром в маленький Невинномысск занесло московского тренера, именитую фигуристку. Повезло, Леночка занимается у столичного мастера, а жесткая рука, резкая брань и рукоприкладство оказались девочке просто неотъемлемой частью учебного процесса. Но не только талантом завоевала Лена внимание жесткого московского тренера. Сын Мегеры тоже занимался фигурным катанием. Мало того, что парень посредственно катался, так еще и физической силой оказался не одарен. Каждая поддержка как испытание. А тут Леночка, маленькая, худощавая, то, что нужно слабенькому бедолаге, стали кататься вместе. К 13 годам пару отправили покорять московский лед. Здесь-то на юную фигуристку и обратил внимание именитый тренер Станислав Жук. «Куда же она в Тулу со своим самоваром?» – подумал Жук, но парня прицепом к Лене все же взял. Пара осталась учиться в Москве. В московском общежитии Лена оказалась единственной девочкой, и если в 18 лет это несравненное преимущество, то маленькой девочке пришлось несладко. Дедовщина и подзатыльники стали будничной рутиной юной фигуристки. «Моя жизнь была расписана по минутам», – вспоминала Бережная. «Школа, спортивный интернат, в котором я долгое время жила и училась. Потом начались первые соревнования. Постоянные разъезды, переезды. Там уже нельзя было оставаться подростком. Все было по-взрослому». И не всем удается выдержать такое испытание, тем более вдали от дома. Поэтому через год партнера Леночки благополучно напнули обратно Невинномысск, несмотря на рыдания и мольбы матери. А перед Леной тем временем только начали маячить олимпийские горизонты. Сложности еще только впереди, а пока что Лене представили ее нового партнера, настоящего профессионала, латвийского фигуриста Олега Шляхова. Высокий, статный, старше на целых 4 года – мечта любой юной фигуристки. В первую же тренировку Лена почувствовала, что значит профессионал. Олег с такой легкостью кружил и подкидывал девочку, что Лена твердо поверила – этот парень – лучший партнер, о котором только можно мечтать. И все бы было до безобразия сказочно, если бы не оказалось, что этот самый Олег – счастливый обладатель нестабильной психики. Уже на одной из первых тренировок Лена заподозрила неладное. Приземлившись после очередного элемента, фигуристке прилетела неожиданная плевуха от партнера. Олег оценил старания Лены недостаточно высоко. Так в жизни Лены начался кошмар под именем Олег. Парень оказался настолько одержим победами, что подчинил фигуристку тотальному контролю. Олег решал за девочку все. Как ей заниматься, что есть, когда спать и с кем дружить. Эдакий дедушка Сталин на коньках и в блестящем трико. А откуда маленькой одинокой девочке, привыкшей к спортивной жесткости, знать, как защищаться? В общем, спустя пару лет Лена могла давать мастер-классы по заживлению синяков от побоев неадекватного партнера. Но блестящие программы, медали и пьедесталы говорили, что все так, как надо, нужно терпеть. И все бы ничего, но в начале 90-х Лена оказалась один на один с Олегом и его не менее одержимой матерью. В Латвии, черт возьми. Да,
после развала СССР мать Олега решила, что надежнее будет обосноваться на латвийском льду. Так и оказалась 16-летняя Лена вдали от родины, в руках неадекватного, но очень целеустремленного семейства. Последовали еще несколько лет ада, побоев и унижений. Предоставляем вашему вниманию распорядок рядового дня Лены Бережной в этот период. Встать в 6 утра. Получить пару оскорблений от партнера. Приехать на тренировку, получить порцию побоев от партнера. Закончить тренировку и просидеть час в слезах, потому что партнер разозлился и запер в раздевалке. Поехать в парк и получить мороженое от партнера в качестве извинений. Высокие отношения, чего уж там. Свет в конце туннеля забрезжил спустя 2 года, когда пару пригласили тренироваться в Санкт-Петербург. Опытный глаз нового тренера Тамары Москвиной сразу заметил неладное. После одной из тренировок Москвина вызвала Лену к себе и произнесла то, что девушка давно поняла, но боялась признать. «Ты понимаешь, что живешь в рабстве, и никаким другим словом это не называется». Но не только Москвина стала выступать за беззащитную фигуристку. Вопреки стараниям Олега, у Лены таки появились друзья, и не только. Ухаживания местного фигуриста Антона Сихарулидзе мало походили на дружеские. В общем, друзья стали вступаться за Лену и даже пару раз устраивали темную неугомонному Олегу. Кое-чего добиться удалось. Теперь Лена могла выходить из комнаты без разрешения партнера и общаться с теми, с кем захочет сама, и даже самой распоряжаться своими деньгами. Вот это свобода. Но Олег еще успеет попортить жизнь Лены Бережной. 1996 год, подготовка к континентальному чемпионату. Олегу всеми правдами и неправдами удалось уговорить партнершу уехать на 2 недели готовиться в Ригу. Именно здесь жизнь Лены разделится на до и после. Фигуристка и по сей день помнит все, как сейчас. Обычный тренировочный день, обычное очередное вращение и совсем необычный удар коньком в голову. Олег не рассчитал повороты и влетел коньком прямо в висок партнерши. О возвращении в спорт не шло и речи. Перед врачами стоял только один вопрос – спасти девушке жизнь. Рану быстренько зашили, Лена даже быстро пришла в сознание. Казалось, все не так страшно, до тех пор, пока очнувшуюся фигуристку не попросили ответить на пару вопросов. Представьте на секундочку, что вы взрослый человек, вдруг совершенно разучились говорить. Именно это почувствовала фигуристка. Все, что смогла Лена промычать в ответ на вопросы врачей, пару несвязных звуков. Случилось страшное. Осколки черепа задели речевой центр мозга. Коньки – не самое страшное, чего Лена могла лишиться. Несвязное мычание – вот наиболее вероятная перспектива талантливой спортсменки. Но ведь не про слабых людей мы вам рассказываем. Не для того Бережная пережила столько мучений. После пары сложнейших операций вместе с мамой и Антоном Сихарулидзе Лена взялась за восстановление, в которое врачи верили весьма неохотно. А дальше все как в 3 годика. Стишки про Мишку косолапого, ходунки, первые нелепые слова и шаги большого 18-летнего ребенка. Но даже не это стало самым сложным в реабилитации фигуристки. Риск пожизненного мычания и постельного режима вкупе со шрамом на лысой голове вогнали девушку в глубочайшую депрессию. Единственным просветом были дни, когда Антону Сихарулидзе удавалось пропустить тренировку и примчаться в палату возлюбленной с букетом цветов и очередным плюшевым медвежонком. Именно с помощью этого парня Лена сделала свои первые самостоятельные шаги и произнесла первые полноценные слова. А потом случилось то, чего не понял вообще никто. Вопреки здравому смыслу и прогнозам врачей, спустя 3 месяца реабилитации, отчаянная фигуристка под руководством не менее отчаянного Антона сделали первые шаги на льду. И вроде все как впервые, но тело не обманешь. Каждая мышца Лены помнила, что и как нужно делать. Лена и Антон вернулись в Петербург, где их тренером стала легендарная Тамара Москвина. Уже в 1998 году Елена Бережная и Антон Сихарулидзе взяли серебро в Нагано. Зарубежная пресса брала у пары интервью и искренне подшучивала над самой настоящей блондинкой, которая не может связать и пары слов. Никому и в голову не приходило, как сложно давались Лене эти самые пары слов.
С каждым годом пара оттачивала мастерство и выдавала все более высокие результаты. Стали дважды чемпионами мира и взяли еще пару весомых наград. Оставался только олимпийский турнир в Солт-Лейк-Сити, куда пара ехала с твердыми намерениями. И все случилось. Антон и Елена встали на высшую ступень пьедестала и приняли золотые медали. Позже эту победу попытаются оспорить и отобрать у пары заслуженные медали, но чемпионство этой блестящей пары безоговорочно. Отношения Елены и Антона спустя несколько лет переросли из любви в крепкую дружбу, которую оба ценят до сих пор. Сейчас Елена тренирует малышей, воспитывает двоих детей и точно знает, что у нее могут отобрать любые медали и награды, но есть то, чего не отнимет никто – жажду жизни и бесконечного упорства. Хорошие мои, надевайте коньки и бегите кататься так, как никогда не катались. Не бойтесь разбивать коленки, даже дыра в виске не сможет отнять у вас то, чего вы по-настоящему захотите. Например, подписаться на канал. Мотивации много не бывает.